Ну вот, наступила зима в Крыму. Сейчас раннее-раннее утро. 3 февраля 2023 года. Мокрый снег валит. Для нас это, конечно, большая радость. Собачки, скажем, не очень были рады снегу. Некоторые обрадовались, а Жанночка даже не вышла в туалет. Захотела пойти на пеленку. Вот такая вот история. Ах! Ой-ой-ой-ой-ой. Я, конечно же, как всегда, в сандаликах с голыми руками. Вот так, снежок.